Кыргызско-китайская граница будет закрыта с 1 по 3 января. Решение принято по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года. Границы на двух пунктах пропуска в Нарынской и Ошской областях будут закрыты для перемещения грузов и движения транспорта. Пункты пропуска возобновят работу 4 января. Согласно принятым алгоритмам, в данный момент через кыргызско-китайскую границу пропускают только автомобили, в том числе грузовые, следующие из КНР.